В нашем городе существует очень много вообще ансамблей, да? Но мне сейчас хочется сказать про один ансамбль особенно, потому что этот ансамбль базировался при заводе «Промбурводы» под названием, Юлечка, «Летящие кирпичи». Кирпичи, вот так, да. В этой группе играл папа Юли Зикомновой, моей коллеги, моей соведущей сегодня, Сергей Зикомнов. Юлечка, слово тебе. Здравствуйте. Мой папа Сергей Зиконов, но многие его знают и звали по таким прозвищам, как Пикан. Ребята борщевинские образовали группу Fly Green, что в переводе означает «летящие кирпичи». В 86 году эта группа была образована, играли до 90 года. Оксана Петровна, кстати, тоже принимала там участие, есть даже небольшая запись ее песни с этой группой. Папа, к сожалению, не стала 3 года назад. И так складывается печально, что многих ребят, которые играли в этой группе, к сожалению, сейчас тоже нет. Был такой мальчик, я не помню, конечно, как его зовут, прозвище у него было мальчик, тоже его сейчас на имени нет. Буквально в этом году покинул этот мир Владимир Кириллов после долгой борьбы с болезнью. И вот совершенно недавно еще один участник этого коллектива, наш коллега Андрей Кондонистов. Многие люди сегодня на фото были мне знакомы. Геннадий Сарбасов, Александр Горелов. Талантливые, от них остается память. И я бы хотела прочитать сегодня стихотворение Евгения Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в этом мире самый светлый миг, есть в этом мире самый страшный час. И это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных, но что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем мы единственной своей? Про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возвратить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Спасибо, Юленька. Спасибо. Очень...